Всем привет! Меня очень часто спрашивают, каким биноклем ты пользуешься. Об этом сегодня и пойдет речь. Ну давайте расскажу о биноклях, о том, чем я пользуюсь. Существуют бинокли на пору призмах. Это вот вы привычно для вас, это вот, вот такого вида бинокль. Вот он. То есть этот бинокль на пору призмах. И существует вторая модификация, бинокль на руф призмах. Вот такой модификации. Заострю внимание, вот именно вот такой форм-фактор бинокля больше подходит для ходовой охоты. Поэтому он всегда у меня на шее, он всегда со мной. Порядка 10 лет этот бинокль уже отслужил мне, верой и правдой. Он до сих пор прекрасно видит. И, ну, единственное, что бинокль пришел уже в негодность, я считаю, потому что он запотевает, то есть он потерял свою функцию газозаполненности. Давайте немножко кратко расскажу о системах. Этот бинокль на руф-призмах. Призма расположена вдоль, поэтому такие бинокли, как правило, легче, компактнее, и их проще сделать защищенными, влагозащищенными, атмосферозащищенными, то есть они газонаполненные. Ну, то есть, сами видите, да, различия. Вот. Этот бинокль на пору призмах. Призмы стоят одна вот так, другая вот так, как я понимаю. То есть он более объемный, у него другой конструктив, больше деталей, естественно. И, как правило, этот бинокль тяжелее, объемнее и сложнее его сделать атмосферостойким, то есть закачать газом. Ну, дорогие бинокли, возможно, они закачаны, все нормально с этим. Но мы сейчас говорим именно о бюджетном сегменте, потому что это все бюджет, прям китайский такой бюджет. Кратность 10 крат для ходовой охоты за глаза. Не гонитесь за кратностью. То есть 10 крат это тот самый комфортный бинокль, где ты можешь быстро и легко поймать цель. Если кратность будет больше, то естественно тебе будет сложнее поймать цель, будет тряска. Наше все это 10 крат, ребят. Я часто встречаю именно такие бинокли, ребят. Ничего страшного в этом тоже нет, они тоже имеют место быть. Ну, я за компактность, за вес и... Вообще, ну сами понимаете, да? Смотрите, в рюкзаке место занимает, какой меньше? Ну, то есть очевидно, да? А смотрят они примерно одинаково, что этот, что тот. Давайте тогда посмотрим мой новый бинокль. Этот бинокль у нас уходит в запасные. Я его не ронял, аккуратно с ним обращался, не бил. Этот бинокль отслужил ровно одну охоту. То есть я с ним упал зимой и придавил его. И все, у него там теперь внутри все призмы поотлетали. Так он у меня на даче лежит, смотрим в него, на ту сторону Волги. Ну, двоит там, трясанешь его, все нормально, все сразу видно. Но все равно это уже не то, это так я детям отдал играться. Коробочку мы не выкидываем, это пакет. Я просто показать, как это все приходит. Бинокль в чехле. Опять же, компактность. Ну, здесь сантиметров 10, здесь сантиметров... Наверное, не знаю, 20, может быть, максимум. Смотрите, компактность какая. Поэтому, собственно, такие бинокли для охоты – это идеальный вариант, другого и не надо. Макулатура, как всегда. Это ремешок и тряпочка. Ну, стандартный набор при подставке оптики. И сам бинокль. Так, давайте чехол посмотрим. Чехол... С ремешком, сеточки под тряпочки, под какие-то мелочи. Я не знаю, там флешку можно положить также дополнительно. Это тоже в сторону, мы сейчас все соберем. Потрясем бинокль, нет ли там призмы. Призмы не подлетали? Вроде нет. Выглядит симпатично, но чем-то он напоминает мне мой бушнель. Немножко видоизменен, а так даже крышки похожи. У нас имеются защитные крышки. У бушнеля, кстати, тоже они были, они просто у меня потерялись. Я думаю, с этими буду просто поаккуратнее общаться. Вот такие вот линзочки. Продавец заявляет то, что бинокль газозаполнен. Надеюсь, что это так. Вращение довольно-таки легкая, не расхлябанная.
Все нормально. 10 на 42, самая моя любимая цифра. 10 крат 42, линза 42. Здесь регулировка диоптрий, плюс-минус. То же самое, выездные колпачочки. Это тоже очень удобно. Ресницами, когда особенно летом потеешь. Ну, ресницами не пачкаются линзы. То есть, вот так вот. Все плавненько работает, все четко. Уже вижу отличие небольшое. Смотрите, разница в линзах. У нового китайца линзы больше. Да, ребят, я вам могу сказать, я сейчас посмотрел в бинокль. Ну, новый есть новый, мой явно уже не то. Поэтому я бинокль его даже в запасе держать не буду. Я его отдам ребятишкам, пусть играются. Видит четче, очевидно, четче. И приближение почему-то у него больше, чем у Бушнеля. Вроде бы 10 на 42, это тоже 10 на 42. Но этот видит ближе берег тот. Расстояние здесь 2 километра ширина Волги. Давайте проверим заявленный waterproof. Просто окунем его в воду. Насколько это правда. Ничего страшного, жалко, но почистим потом. То есть окунаем его на 20 секунд. Глубина примерно, ну, 20 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И смотрим в него сразу же. Бинокль ни чуточку не запотел. Ребят, бинокль реально влагозащищен и реально газонаполнен. Вот смотрите, он только что из воды. Опа. Вот, он не запотел. Смотрите. А я вам доказываю. Все четко. Внутри воды нету, я вижу прямо отсюда. Все. Не обманул продавец. Поэтому, ребят, ссылка в описании. AliExpress 2 недели, такой бинокль у вас. Стоит, в принципе, недорого. На этом все, ребят. Надеюсь, был полезен. Всем пока.